будем наряжать елку в этом году? Можно в одном цвете. Скучно, мы уже так наряжали. Почему сразу скучно? Вот в красном цвете мы еще не наряжали. Тогда давай в розовом. В розовом тоже уже наряжали. Наряжали, только в тот раз была елка белая, а тут зеленая. Ты права, в одном цвете скучно. Лиля, давай нарядим елку как-то так, с лентами. Ой, слишком наляписто, мы столько лент не найдем. Ну, тогда вот так давай нарядим. А так как-то скучно. О, может так? И смотри, это актуальная елочка в этом году, стиль водяного кролика. Ух ты, такая красивая, но у нас нет таких украшений. Ну, значит, будем украшать тем, что есть. А чтобы не было скучно, не будем наряжать обычными елочными игрушками. Это как? Давай свою елку украсим так, как бы никто не украсил. И чтобы потом все как увидели, сказали, вы что, совсем? Ты что, совсем? А чё, имеем право. Ну, давай. Какая верхушка будет? Ну, что тут выбирать? Маска анонимуса, конечно. Смотри, есть такая повязка TikTok. А есть вот такие уши. Мне кажется, это лучше подойдет. Ну да, давай TikTok. Более креативно. Так. Давай еще парик добавим. Конечно. Только вот это сначала вот так снимем. Да нечего. А, на парик потом одевать? Да. Так, ну давай попробуем сначала зеленый парик одеть. Как он будет смотреть? Оу! Красавец. Так, ну смотри, мне кажется, зеленый парик слишком сильно сливается с елкой. Оно как-то... сильно, конечно. Страшно, если честно, выглядит. Да, давай теперь этот. Давай, синий. О, мне кажется, это красиво. Ой. Ой, не ух ты. Ой. Сейчас поправим. Челочку. А ну. А этот? Ну, красиво. Этот красиво, да? Тоже такой типа новогодний зимний цвет. Давай еще посмотрим, как будет белый смотреться. Вот так просто приложим. Мне белый слишком скучный, правда? Да, он сливается с самой маской. Давай синий. Все, синий, оставляем синий. Что да. Идет дальше? Давай маску я за тебя. Одеть надо. А, точно. Маску одень как-то. Давай. Ой, маску. Какую маску? Повязку. Повязку, да. Красавица. Ой, красавица. О, красиво, кстати. Вообще, да, уже. Так, теперь давай я тебе буду давать разные предметы, а ты будешь придумывать, как их куда одеть. Давай? Давай. Давай. Начнем с вот этого. Сумочки. Сумочки, единорожки. Единорог на единороге. Так, ну давай раз продолжаем тему единорогов. Повесим актуальную в этом году единорожку. Так это игрушка. Это пауэрбанк. А, да? А, он. Ну, типа в руках держишь. О, смотри, стоит. Так, давай что дальше? Ну, давай, можно теперь я выберу? Давай. Так. Пусть... Серьезно, колонка? Да, я ж надеюсь, она не упадет. Ее можно поставить под елочку, знаешь? Точно. Как такой, типа... Синевирчик. Синевирчик, да, Лиля, синевирчик. Не, ну просто типа сюда поставить, знаешь, как такой магнитофончик. Да. Кстати, прикольная колоночка. Давай дальше. Смотри. Кидай. Кроссовка будет. Ага. Такое нельзя кидать. Палеточка. Это тоже палеточка, как сумочка. Ну, это типа будет... Вот сюда можно, например. Слушай, давай минусы немножко подкрасим. Ну, это ты потом будешь. Блестященьким. Да. Вот таким вот блестященьким. Вот. Хотя оно не особо видно. Не видно. Может, вот этим? Давай вот этим. Уи. Красотка. Давай второе, типа, челочка прикрывала. Ну да, второе челочка прикрывает. Ну, он же типа новогодний, тут анонимус. Да. Пусть тоже в другой ручке якобы держит. Ам-ном-ном.
А ну, угадай, что это? Это дракончик? Да. О, я поняла, ты сказала ам-ном-ном. Так, куда его? Ого, ты так... Вот сюда можешь поставить. Да, кстати. Ой, сложно. Лови, руки. Ну, это, наверное, больше антистресс, а не игрушка, да? Ну, это же антистресс. Ну да, логично. Что это? А, я поняла, это такой пушистик. Пушистика, ну... Он как елочная игрушка. Кстати. Да, он как елочная игрушка, но не елочная. Но это больше брелок. Повешу я его сюда. Пусть висит среди розовой палеточки и розового динозавра. Ну как, он не розовый, он красный. Ну пусть тут висит. Это арбузик. Давай. Так, второе. Вот это. Серьезно, блокнот? Да. Пусть будет здесь. Я сейчас попробую угадать. Это туалетная бумага? Да. Ну давай повешай куда-то. Рулончик вот так. Точно. У нее миллиард рук. У нее реально 1000 рук. Класс. Класс. Тут я тебе дам немножко полегче. Бусы? Да. Ух. Их можно вот так. О, я придумала. Не наденешь, скорее всего. О, вот так, да. О. Крутяк. Все в бусиках. О, тебе понравится. Да. Чашка, Диана. Да. Ну, давай сюда. На самое видное место. Конечно. Чтобы все знали, что тут есть Диана. Пас. О, пойдет. О, наш анонимус будет гангстером. У него будет такой браслетик. О, точно. О, у него браслетик. Много рук, поэтому браслетиков. Нет, это скорее на ноге. Не, ноги у него вот там. А, понятно. Это у нее анонимуски. Анонимуски. Это еще руки, да? Давай теперь сложное там. Тут иди. Видишь, какая она классная светится. Можно куда-то сюда, с этой стороны. Да, ее повесить. Можно повесить. Надеюсь, наша анонимуска не упадет. Вот такой вот браслетик. Мой. О, браслетик. Давай куда-то подальше от этого браслетика. Например, сюда. Вот, сейчас. О, класс. О, очки там нет? Нет, уже есть. Пусть будут еще у нашей анонимуски на лбу. Не помешает. Давай чего-то два. О, бусы и степлер, елочка. Пусть это будет здесь, а бусы вот сюда, как браслетик. Я тебе дам вот это и вот это. О, часы и еще один браслетик. О. Бусы и браслетик на одной веточке. Дарю. О, может сюда вот так повесить? Можно. Вот. О, смотри. Крабик и браслетик. Давай браслетик куда-то вот сюда. Да. А крабика может на волосы анонимуски? Анонимуски? Да нет, у нее и так там сверху много всего. Давай куда-то вот сюда. На елочку. На елочку крабик. И смотри, остались часики Барби. О, да, красота! Ничего себе у нас модная елочка. Слушай, мне даже нравится. Да, так и оставим. Да, вот это гости удивятся, когда придут к нам. Конечно, на какие-то новогодние праздники. Скажут, вы что, совсем, да? Ну вот, миссия выполнена. Диан, ты что, уже елку наряжаешь? Вообще-то уже нарядила. Как-то маловато. О, сейчас я приду.
все красиво? Ну, так себе. А так? Так вообще наляписто. Ну, а так же ж, ну, вроде, по-моему, красиво. Ну, не знаю, они мне как-то мешают, я еще не решила. Решаю, а то сейчас еще какие-то игрушки повешу. Не надо, красиво, вот так в самый раз. Что это за зоопарк на елке? Почему зоопарк? Это будет милая елочка. Нет, надо по-другому. Я не хочу по-другому, я хочу миленько. Так так уже не модно. Без разницы, зато так красиво. А модно тоже красиво. А я хочу наряжать, как я хочу. Ну ты и упрямая. А мне что делать? Я хочу по-другому. Ну раз ты такая упрямая, ты наряжай свою половину елки, как ты хочешь, а я свою половину елки, как я хочу. Ну и что это получится? Хотя идея. Татьяна, давай поделим елку напополам по этой игрушке. Вот. Вот так. Вот эта сторона моя, вот эта твоя. Хорошо. Я хочу, кстати, свою елку нарядить максимально так порадужно, чтобы было прям так наляписто, ярко и классно. А я наряжу свою елку очень миленько, мимимишненько и вообще очень красивенько. Слушай, а мне нравится. Мне тоже так креативно. Надо будет всегда так наряжать. Да. И спорить не будем. Лиля, ты в курсе, что в этом году по китайскому календарю год черного водяного кролика? И что? Нам что, теперь в этом году наряжать елку в черный цвет? Можно, кстати, и в черный. Не, это как-то мрачно. И у нас, кстати, нету черных игрушек. Чтобы год был удачный, рекомендуют наряжать елку в синих цветах, добавляя туда либо белый, серебряный или золотой. О, ну так будет красиво. И, кстати, рекомендуют добавлять что-то из природных материалов, так как кролик любит дерево. А еще кролик любит морковку, могу принести? Нет, думаю, синего и золотого с белым нам хватит. Ну что мы сидим, давай скорее наряжать. Символ этого года под елкой. Да? А теперь вперед украшать? Да, вперед. Так, начнем с какого цвета? Хотя можем, в принципе, одновременно, знаешь как? Вот так. О, смотри, мне как раз золотое. На синего, в принципе, не так много, но будет классно, я думаю. Да. Начнем с верхушечки. Да, давай с верхушечки. Класс, давай дальше. Я опять взяла золотой. И ты золотой. Ага. Ну хорошо. Ой, я взяла такой же, как у тебя. Иди сюда все-таки, да. А я почти самая дальняя. Ну ничего. Ну да, надо же со всех сторон. Я хочу взять сейчас вот эту вот елку. А я наугад. Елочка, игрушка. О, еще раз синяя. Ой, тоже синяя. Так, ну, там, скорее всего, где-то здесь. А вот тут будет еще какая-то золотая. А я вот тут наверху. Ты он, давай. Ой, смотри, здесь подкидыш. Ой, подкидыш. Дион, я хочу белую попробовать повесить. Ух ты, смотри, какая мне попалась. Ух ты, красивая. Вот здесь сюда. Она будет. Слушай, мне нравятся эти сочетания, будет очень красиво. Ух ты, я хочу вот эту повесить. Давай, вешай. Куда ее можно повесить? Туда. Туда? Вот сюда. Можно сюда, да. Ой, слушай, так классно. Да.
Немножко опустим. Круто. Вообще. Я хочу вот такую беленькую. Тоже. Давай, вешай. Я пока здесь. Так, нужно не забывать про эту сторону, а то будет прям как в мемах в Инстаграме. Здесь так все красиво, а сзади ничего. Та-дам! Елочка готова! Мне так нравится! Слушай, просто. Лиля, я даже не ожидала, что получится настолько красиво. Она очень красивая получилась в таких тонах. Прям атмосферно. Да. И подходит к нашему кролику. Да, кролик вообще на чили. Чили? Да. Все. Теперь удача нам обеспечена на весь год. Да. Надеюсь. Да. Ну круто, я довольна. Давай пять. Не страшно.